Мы сегодня ходили за покупками. Вот у нас три таких чека. С рынка овощей и фруктов, еще овощи и суперсаль магазин. Сейчас мы все по порядку покажем. Итак, суперсаль. Мы купили коробку яиц. Тут все написано. Они размера L. Их 12 штук. Здесь у нас две упаковки пит. По 5 штук. 1 плюс 1. Так как у нас идет Песах, предстоит, мы затарились на всякий случай хлебом еще. Ну, хлеба надо будет еще брать больше. Взяли типично пасхальные такую коробочку очень вкусных кокосовых печенюшек. Стоит она 20 шекелей, 600 грамм. Продаются только во время Песаха, перед ним. То есть 2 недели в году можно вот эти печенюшки покупать. Кокос написано. Купили молока. Вот эта фирма Тара. Молоко у нее хорошее, вкусное. Вот в таких вот штучках. 2 на 10. Масло мы берем другой фирмы. Фирмы Тнува. Масло у Тары тоже есть в таких же пятнистых коробочках. Но вот это вот масло вкуснее. Нам нравится больше. Стоит она 7,60 за пачку. Довольно дорого, но очень вкусно. Еще из молочки взяли упаковку сыра Гильбоа. Хороший сыр, обычный такой на бутербродике, очень хорошо. 400 грамм, уже порезанный. Стоили они 20 шекелей 40 огород. Еще мы берем из молочки, берем так называемая гвина ливана. Это такой продукт, как творог со сметаной. Но очень такой жиденький, и обошлось нам это все в 13-20, что ли. Это 750 грамм, 5% жирность. 750 грамм. Стараемся брать побольше, потому что кушаем хорошо. Хумус. Мы думали, что мы его наедимся в первый месяц, но нет, никак, пока не можем наесться. 750 грамм, 10 шекелей. Очень вкусная штука, бутербродная. Взяли рис. Вот этот рис стоит 5,90 за пачку, но была мевца. Вот эти две стоили 10 шекелей, 2 на 10. Взяли 3 баночки томатной пасты. Еще не брали здесь, поэтому не знаем, как она. Вот. 3 на 12. То есть по 4 шекеля баночка. Вообще, мы здесь обычно свежими помидорами пользуемся, но для готовки иногда нужно. И сладенькое. Решили в этот раз я побаловать. Брали мы вот такую вот кленовый сироп, знаменитый кленовый сироп, стоит 13,10, правда, можно купить и дешевле. Вкусно с оладьями, с кашами утром. Пока не трогать. Еще раз пошла такая пьянка, взяли шоколадной пасты, самая дешевая, 10 шекелей за 500 грамм. И взяли шоколадки, 3 упаковка из 3 на 10. Очень много всяких скидок сейчас под брендом Суперсаль. То есть это их собственная упаковка. Нет. И вот то, без чего я не смогла прожить, это так называемый шоколит, то есть растворимое какао. И это какао можно замешивать с молоком, можно замешивать с кефиром. 850 грамм, 16 шекелей. Вот. Это весь наш чек.
И сумма в итоге вот на 195 шекелей 45 огород. В принципе, это недельная закупка. Если добавить сюда еще мясо, курицу, что-то такое, еще шекелей на 50-60, получится недельная закупка. Теперь, что касается овощей. На отдельном рыночке, вот такой шуб-батьян называется, мы купили помидоры. Вот такие помидоры на веточках, пушистенькие, пыльненькие. Хорошие помидорки, почти 2,5 килограмма, вот 14 шекелей. Остальное мы все закупили в любимом нами местечке, называется Бикурим. Вот такая морковка. Морковки почти 2 килограмма, по 2,90. Вся ровненькая, гладенькая, ну, красивая морковка. Не очень сладкая морковка, да, по-моему? Дальше. Взяли лука. Лук на вкус и цвет можно взять подешевле, такой вот не очень хороший. Можно взять подороже, совсем красивый, как на выставку. Взяли свеколку на борщ. Много брать смысла нет. Борщ сделали, поели. Все, до свидания. Были дешевые огурцы по 2,90, но мы много брать не стали, потому что они немножко такие вяленькие. Здесь считается, что фу-фу-фу. Ну вот капустку, тоже не очень она такая нарядная, но это обрежется, и мы сделаем из нее крем-суп. Здесь наши перцы. Сегодня на ужин у нас будут фаршированные перчики, поэтому подобрали их один к одному. Вот они стоят 7,90. Это одна из самых дорогих покупок у нас в этом месте. 7,90 эти перцы и по 15,90 острые. Самое главное, без чего мы тут не обходимся, это яблочки. Самый знаменитый и самый вкусный здесь сорт, по отзывам, сезонный. Pink Lady. Вот тут еще с листочками сухими. По 6,90 мы их берем, были по 5,90, но кончилось. Вот такие яблочки. Яблочек мы взяли, сейчас посмотрим. 5,90. 6,90. Ну, 2 килограмма хвостиком. Вот.